Расплод тут Расплод. закрыт. Тут расплод. Ну. Не знаю, нет, ты отковырял ее. А, ты эту доставал вроде. Или другую. Тут закрыт. Но они что-то роится, что ли, собрались? Фига. Поднялась. Висят. Угу. Как будто места им мало. Хотя и место, и работы у них дофига. Вот и работайте. Тут что-то у нас вообще не ровно поставлено. Фига, у тебя вся рука. Ну да. Че тут они не поймут, что. А, это маленькие. Ой, личинки. Вышла пчела, и она заложила маленьких лапочек. Червячки еще. Вот эту рамочку надо туда поставить, сынок, с маленькими. Или сейчас еще одну посмотрим, если что поставили. Как нам ее пометить-то? Ты запомнишь, какая она? Так сделаем, чтобы нам знать, где однодневный, трехдневный расплод, совсем маленький. Чтобы они себе маточку положили. Что, надо быстрее, наверное? Или сейчас не поднимутся вроде? Или их надымили сейчас, да? Частично вышел, он пергой затаскали, все. Затаскали. Крупнее, вот в том корпусе вообще. Чем с таким крупнее? Ну иди, пожалуйста. Жалко же мне тебе. Это шли все. Что придумал-то? Вот, видишь, висят. Цезарь. Ага. Наверное, видишь, вроде. Но. Ну вот. Типа мало им места, работы типа им мало. Типа это бунт у них. Типа это они, да. Типа они бунтуют. Бунтуют? Ну все, там дальше трутневая и расплодная идет. Так, сейчас нам знаешь, что надо с тобой? С той стороны у нас есть это бассейн, рамочка бассейнки. И мы последнюю ставили бассейнку. Что, мы уже ее оттянули, что ли? Да не оттянута она полностью. Держи эту ващинку. Давай. Я достану эту рамку, поставлю сюда. Сейчас они прироятся на мне, вообще будет замечательно. Как я батя за шиворот рой вытряхнула. Тут мы смотрели однодневный с тобой.
Сашка, смотри. Че? Личинку видишь? Не вижу никакой личинку. А? Ну, почему она на этом? Ты же метил. Метила, что-то видела, а сейчас не вижу личиночку. Давай, я сам посмотрю.